Добрый день! Представляю вам мужской портфель итальянского бренда Officina Creativa. Модель сделана из натуральной кожи буйвола. Она в разы плотнее и прочнее других видов кожи. Портфель намного дольше будет сохранять привлекательный внешний вид. Плотное плетение не позволяет ему потерять форму, к тому же делает дизайн интереснее. Плоская донышко портфеля позволит поставить его на любую горизонтальную поверхность. Регулируемые ремешки на застежках позволят немного увеличить вместительность изделия. В основное отделение уместятся ноутбук, папки с документами, зарядное устройство и зонт. В плоские внутренние и внешние карманы можно положить документы, смартфон, кошелек и другие важные мелочи. Подкладка из ворсистого текстиля мягкая и приятная на ощупь. Она прослужит вам долго. Портфель закрывается с помощью клапана крышки на замке. На нем есть 3 уровня. Благодаря этому вы сможете уместить в портфель больше вещей. Помимо этого, в комплекте с моделью идет небольшой ключ, с помощью которого можно закрыть замок. На модели есть небольшая ручка, с ней портфель удобно носить в руке. Используйте кожаный ремешок, чтобы носить изделие на плече или как кроссбоди. Длина ремешка регулируется, модель подойдет людям разного роста. Благодаря широкой детали вам будет комфортно даже при большом количестве вещей в портфеле. Носите этот портфель в стиле casual с нестрогими брюками, рубашкой и ботинками на утолщенной подошве. Он также станет хорошим дополнением более расслабленного образа, если сочетать его с джинсами, свитером и кедами. Модель представлена в сером, темно-синем, темно-коричневом и черном цветах. Наслаждайтесь качеством с вашим новым портфелем Officina Creativa.